В матчах хоккейных сборных России и Словакии 11 и 13 апреля в Братиславе возможно участие двух игроков ХК «Донбасс». Команды встретятся в рамках Еврочеллинджа. В окончательный список Олега Знарка, который дебютирует на посту главного тренера российской сборной, попал форвард дончан Евгений Додонов. Тем временем Владимир Вуйтек, возглавляющий сборную Словакии, вызвал в команду голкипера дончан Яна Лацо. И россияне, и словаки готовятся к чемпионату мира, который пройдет с 9 по 25 мая в Минске и будет показан телеканалом X-Sport.